Слава Тебе, Господи наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Иже отблагодарив и вославя Господа Своего, единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, я взываю к Тебе, святые ангелы Христов, воин божественный, взываю с молитвой благодарственной, благодарю Тебя за милость Твою ко мне и за ходатайство Твое за меня перед лицом Господа. Славен будь в Господе ангеле. Иже отблагодарив и вославив Господа Своего, единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, я взываю к Тебе, святые ангелы Христов, воин божественный, взываю с молитвой благодарственной, благодарю Тебя за милость Твою ко мне и за ходатайство Твое за меня перед лицом Господа. Славен будь в Господе ангеле. Иже отблагодарив и вославив Господа Своего, единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, я взываю к Тебе, святые ангелы Христов, воин божественный, взываю с молитвой благодарственной, благодарю Тебя за милость Твою ко мне и за ходатайство Твое за меня перед лицом Господа. Славен будь в Господе ангеле. Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю Тебя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю Тебя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю Тебя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. Иже, будучи в глубоком огорчении, но не ради излишка и не ради позорной сытости, взываю Тебя, святый ангеле Христов, помоги мне, рабу Божию, яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы вреда никому не причинил, и Божию заповедь тем не нарушил. Спаси, святый, удержи от того, чтобы другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости своей. Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На Тебя, мой ангел-хранитель, надежды своей возлагаю. Аминь. Иже, будучи в глубоком огорчении, но не ради излишка и не ради позорной сытости, взываю Тебя, святый ангеле Христов, помоги мне, рабу Божию, яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы вреда никому не причинил и Божию заповедь тем не нарушил. Спаси, святый, удержи от того, чтобы другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости своей. Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На Тебя, мой ангел-хранитель, надежды своей возлагаю. Аминь. Иже, будучи в глубоком огорчении, но не ради излишка и не ради позорной сытости, взываю Тебя, святый ангел Христов, помоги мне, рабу Божию, яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы вреда никому не причинил, и Божьих заповедей тем не нарушил. Спаси, святый, удержи от того, чтобы другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости своей. Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На Тебя, ангел Бог, хранитель надежды своей возлагаю. Аминь. Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного недостойного раба, якода достойно меня покажешь благости и милости все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего,
Всеми прости, лика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя. Да не в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойными покажешь благость и милость все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Святый Ангел Христов, благодетель мой и защитник, к Тебе взываю, о Тебе мои помыслы, их же через Тебя и о Господе Боге. Каюсь искренне в грехах своих, прости меня, окаянного, ибо совершил их не по злому умыслу, но по недомыслию своему, и же позабыв слово Господне и согрешив против веры, против Господа. Молю Тебя, светлые ангелы, внемли мольбам моим, прости душу мою, не моя-то вина, но слабого разумения моего. И же прости меня недостойного, помоли за спасение души моей перед Отцом нашим Небесным. Взываю к Тебе сим, а через Тебя Господу Богу о прощении и милосердии. Аз же готов нести искупление греха своего, дабы избегнуть сте лукавого. Моли за меня, ангелы святые. Аминь. Святый ангел Христов, благодетель мой и защитник, к Тебе взываю, о Тебе мои помыслы, их же через Тебя и о Господе Боге. Каюсь искренне в грехах своих, прости меня, окаянного, ибо совершил их не по злому умыслу, но по недомыслию своему, и же позабыв слово Господне и согрешив против веры, против Господа. Молю Тебя, светлые ангелы, внемли мольбам моим, прости душу мою, не моя-то вина, но слабого разумения моего, и же прости меня недостойного, помоли за спасение души моей перед Отцом нашим Небесным. Взываю к Тебе сим, а через Тебя Господу Богу о прощении и милосердии. Аз же готов нести искупление греха своего, дабы избегнуть сте лукавого. Моли за меня, ангелы святые. Аминь.